Ну что, друзья, всем привет. Всем привет. Сегодня у нас рубрика «Трэшка». Хорошо, хорошо. Загул. Загул Channel. Лучшее на YouTube. Друзья, всем привет! Всем привет! У нас сегодня рубрика «Трэш Кал». Что же мы для вас подготовили? Тем, кому больше 25 лет, 30, знают это. Да. Кто моложе, половину тех, кто нас смотрит, скорее всего, с этим даже не встречались. Мы сегодня будем курить вот такие вот баночки. Обожаю играть на маракасах! Это так весело! Что же у нас в них? В них у нас лежит камни. Да. Камни специальные. Это камни Шиаза. Называется, я даже какое-то время работал с ними. Был такой грешок за мной небольшой. Они, в общем, пропитаны. Тут даже есть состав, по-моему, да, ведь? Нет, состава нет. Короче, там глицерин, вот это усилители вкуса, все дела и ароматизаторы. По сути, нужно работать с ними на фанере, но можно, в принципе, и на приматочке. Я думаю, мы сейчас попробуем на двух чашечках это покурить, рассказать, как это. Двойнушка прям. Да, у нас вкус двойное яблоко. Фу, блядь. Я измазался. И Mad Dog, я не знаю, Mad Pier. Короче, если вы хотите приобрести такие камни, то обращайтесь в Хукамаркет Ярославля Кострома Иваново. Также там большой выбор. Нам не платили, подожди. Также, если вы хотите покурить нормально, там большой выбор табаков, одноразок, жидкости, кальянов и многого другого. Наверное, мы ссылочки оставим в комментарии. Видимо, да. Хукамаркет. Сейчас мы пойдем забивать. Все это попробуем, не рекомендуем это повторять, так как в жизни у вас не как у кошек, нужно беречь себя. А, типа не 9 жизней, я понял. В жизни у вас не как у кошек, чего? Тупой просто. Ладно, все, и опять будем делать это? Сейчас другой скажет. Камни Шиаза, сейчас я буду забивать аромат Mad Dog. По-моему, это что-то малиновое. Малина, вино, как... не знаю, что это такое. Камни у нас выглядят внутри вот так. Они все мокренькие, как будто, знаете, санап из гальки вот этот забрали и пропитали. Бля, пахнет нормально. Ну, да. Самый простой способ, как забить его сюда. Просто насыпать. Я как будто где-то на пляжу, насобирал камней. В касание был забивать? Легкое касание. Давай еще. Двойное яблоко. Two apples. Здесь камни, кстати, темнее. А, ну, аромка? Это из сочек просто камни уже. Бля, тяга не запорится. Если что, колодец сделаю. Как раз колодец из камней, самое то. Колодец из камней. Ну, друзья, чашки забиты. Там Mad Dog на фанеле, здесь на ОПГшке. Я вообще не уверен, что это как-то будет вообще куриться. Я просто не помню, их нужно раскуривать или они прогреются, но не знаю, я не помню. Короче, друзья, находимся мы в замечательном заведении, не усложняй, город Ярославль, Депутатский переулок, 2, второй этаж. Тут ввели пиццы, теперь здесь можно еще покушать, классные кальяны, классные мастера, ссылочку тоже оставим в комментариях. Просто почти все выпуски мы снимаем здесь, никогда не упоминали это. Так что, ребятам, спасибо, что они терпят трэш-кал и трэш-блогеров. Скоро мы еще станем трэш-стримерами. Милстрой, мы идем за тобой. Он же так называется? Да, Милстрой. Ну что, пробуем? Да. У меня тут уже присосались. Дым есть, вкус есть у меня. А у тебя? Нет вкус вкуса? Вкус есть. А, ну дым тоже бля, не особо. Войнуха вкусная, пиздец. Вкусная прям? Будьте здоровы. Не, вкус на самом деле есть. Подписывайтесь на наши соцсети. А, ставим большой пальчик. Сейчас мы накинем жару. Но с другой стороны, если накинуть больше жару каким-нибудь школьникам, посидеть вот так вот, подымить 50 рублей... Уголь... Он, кстати, без никотиновое, поэтому это не вредно. А, это без никотиновое? Ну да. Я думаю, а, ну тем более. Вообще прекрасно. Ну сейчас без никотиновой можно и смеси купить. Какие? Кальянные. Какие? Ветер, Бруска, Зеро. А где можно приобрести такие смеси? Все бестабачные, табачные, кальянные, аксессуары, жидкости, одноразки можно приобрести в Хукамаркете. И снюс. И также жевательный табак. Снюс у нас не продается. Мы работаем в легальном поле. Ссылочку мы оставим в комментарии. Не, на самом деле спрашивают. Кого, без никотина? Да. Да, да ведь в кальянах приходят, чаба. Спрашивают.
Чаба, Стронг хотел сказать. Чаба, Чаба, просто Чаба. Просто Чаба, Ветер и... Причем я узнал, ну и Бруско. Да. Причем я узнал, что у них есть большие фасовки. В общем, друзья, прошло уже несколько минут, как мы их раскуриваем. Пытаемся запустить эти чашки, но дыма много не появляется. Но это курица, не горчит. Да и вкус есть. По времени еще топ, сколько это будет. Да, мне кажется... Не, у тебя получше. У тебя, видишь... У меня на фанеле, скорее всего, весь сироп просто стекается и держится. А у тебя, скорее всего, все уже в колбе. В чем еще хороший плюс этих камней? Когда мы сейчас их скурим, они будут просто сухие. Их можно закинуть обратно в чашку, поперемешать, и у тебя опять будет еще столько же табака. И все это пока ты табака. Не... Табака. Камней. И у тебя будет столько же камней, которые можно использовать. Просто пока не закончится сироп. А что, если мы в камни снюс добавим? Ну, а если реально пропитать жидкостью с никотином, просто 50 на 50, которая... Жидкость, которая для вейпов? Нет, не для вейпов, а для подсистем. Они разные. Для вейпов соотношение там 70 на 30, либо 60 на 40 пропиленглюколь и глицерин, а здесь 50 на 50. В каком-то производителе табачном будет вот такой вкус двойного яблока. Это просто легендарно. Ну, она сладкая, вот что не хватает. Она типа, знаешь, не переоромлена сладкая. Да. Приятно. И мэддог вкусно. Кстати, на самом деле, трэш-кал, но чисто кто никогда кальян не курил, хочет без никотинку, чуть больше жару, и мне кажется, минут 20-30 вот так вот посидеть. Не, прикольно, когда ты уже накурился или работаешь просто за компом, не хочется упороться, то так сидишь. Смотрите, очень оно прикольно. Работает. Да. Не думал, что столько получится... дыма. Вообще нормально. Подытожим. Подытожим. Друзья, сегодня получилось не так трешово, как бы вы хотели. Ставьте большие пальчики вверх, подписывайтесь на наш канал. Нам осталось немного до 3000 подписчиков на YouTube. Вот, ссылочки будут наших партнеров и коллег снизу. Донаты также в описании. Всем спасибо, всем пока. Пока. Бля, прикольно. И ценник полторашку выставляешь, говоришь, курите камни арабские какие-то, ну там что-нибудь такое, и, бля, и за двушку впуливаете полчаса нахуй камней. Себестоимость 50 рублей. Так, все, забираю его нахуй.